Всем привет! Меня зовут Елена. Предлагаю сделать сегодня лилии. Да не простые, а нарядные. В наборе ножей тюльпан от Фэнтези есть трехлепестковая форма. Именно из нее я сделала вырубку из ранее окрашенной акварельными красками и не окрашенной акварельной бумаги. Плотность бумаги 200 грамм на квадратный метр. На одной из белых заготовок ватной палочкой, штемпельной краской, рисую на лепестках центральные лучики. Заготовки опускаю в воду и даю хорошо увлажниться. Достаю и промакиваю салфеткой. Теснить сегодня я буду двумя разными способами, разными инструментами. На изнанке заготовки провожу булькой маленького диаметра по краям лепестка и по центру. При таком теснении лепестки выглядят пухлыми, при этом оставаясь не очень объемными. Переворачиваю и прижимаю в центре булькой. Покажу процесс теснения немножечко поближе. Склеиваю заготовки клеем ПВА. Беру тычинки и для этих цветов не выравниваю их по высоте. Одну тычинку беру округлую и ее головку в пучке располагаю ниже остальных тычинок. Складываю этот пучок пополам. Для удобства беру шпильку из проволоки. И вторую часть крупной тычинки отрезаю. Вставляю тычинки в цветок и расправляю их. Количество, высоту, цвет и размер можно менять под свои предпочтения. Нарядная белая лилия для самых нежных, чувственных работ готова. Посмотрите, как вымылся цвет на окрашенной заранее бумаге. Мне очень понравился этот эффект. Следующую нарядную красавицу теснить буду кошачьей лапкой. Той самой из набора инструментов для ткани. Тут совсем все просто.
Провожу с уверенным нажимом лапкой по центру лепестка. Лапка широкая, поэтому заостряю лепестки пальцами. Пышно и очень красиво. И снова чуть поближе. Собираю так же, как и белые, только здесь тычинки беру разноцветные. Прекрасной красавицей чудесного оттенка. Получился нежный, праздничный, красивый букет нарядных лилий. Пробуйте, фантазируйте, творите с удовольствием. Список используемых материалов и инструментов вы найдете в описании к видео. Подписывайтесь на канал. Будем творить вместе. До новых встреч!